Так, друзья, продолжаем играть в Creeper World. Сегодня у нас вторая планета. Так, летим на нее. Старт миссии. Посмотрим, да, там что-то похожее, как было в прошлый раз. Но опять-таки читать мы ничего не будем. А сразу в бой. Так, для начала нажмем паузу, чтобы нас тут не снесли всю базу до тех пор, пока мы ее не отстроили как следует. Что-то новенькое у нас появилось. А ничего. Хорошо. Ага, вот у нас здесь какой-то рецепт. Чтобы его открыть, нам нужно будет построить к нему сеть, подвести. Так, база пролетела, начинаем строительство. И у нас... А, вот реле, отлично. Сразу начинаем подводить к фронту боевых действий нашу электроэнергию и отстраиваем вышки. Так, ну, внизу. Надеюсь, они построятся раньше, чем внизу жижа нападет на нас. У нас есть незадействованные коллекторы, подсоединим их к нашей базе, чтобы произвести еще больше энергии. Так, отлично. Параллельно, насколько я помню, быстрее происходит передача патронов. Так что хорошо бы их тут понастроить побольше. Так, я смотрю, здесь у нас хороший такой островок, на котором можно загнездиться и построить там аккумулятор. Вот, отлично. Так, так, ладно, допустим, эти вышки выстроят. Так, нам нужно отрезать противника снизу. И вот здесь. Так, что я так мало построил этих башенок? Ну-ка, стройте еще. Здесь и здесь. Ну, энергии куча, а вот... Ее снабжение наших войск не ахти. Так, построим тогда вторую линию доставки. Воу-воу-воу-воу. Потише. Так, нулифайр почти заряжен. А, нет, он почти построен и начинает... Должен скоро будет заряжаться. Так, видимо, вот эту какую-то вражескую базу нам придется тоже уничтожить. Так что подведем и к ней электричество. Так, так... Строим, а вот нулифайр пошел. Строим второй здесь. Ускоримся. Как красиво у нас протекают патроны. Линия нагревается до фиолетово-красного свечения. Так, так, ну. Один есть. Кстати, сюда можно поставить вышку, чтобы она посильнее пахла. Ага. Только эта вышка у нас не подцеплена. Как просрали вышку, ну ничего страшного, мы ее не подвели к основной линии электропередачи. Так, есть, отлично. Миссия пройдена, придется вот так завершать. Поздравляем вас.